Декларирование 2016. На брифинге начальник областного управления ГФС рассказал об итогах кампании по декларированию доходов граждан и сообщил, сколько миллионеров в Запорожской области. Кампания по декларированию доходов граждан за минувший год продолжалась с начала года по май. За 4 месяца фискальная служба приняла более 52 тысяч деклараций, общий доход – более 1,5 миллиардов гривен, что на 12 миллионов превышает прошлогодний показатель. В бюджет зачислено 80 миллионов гривен налога на доходы физлиц и 12 миллионов военного сбора. Лидерами традиционно называют следующие категории населения. Громадяне, которые задекларировали реализацию сельхозпродукции, декларации взагалі 33 800 на сумму 160 миллионов гривен. Також спадкоємці надали 3200 декларацій на сумму 378 миллионов гривен. Та громадяни, які здавали в найм нерухоме майно, взагалі 1600 декларацій на сумму 30 миллионов гривен. А вот миллионеров поубавилось, сообщают на брифинге. Доходы более 1 миллиона гривен получили 88 запорожцев. Суммарно они задекларировали 253 миллиона. Тогда как в прошлом году таких было 99 человек и 306 миллионов гривен. Чаще всего такая прибыль шла от продажи недвижимого имущества, от сдачи в аренду квартиры домов, а также других операций с недвижимостью.